Привет-привет, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова и кот Бакс, который прячется за цветком. А сегодня мы будем с вами делать распаковку. Вот сидя дома, мы очень много делаем заказов онлайн. Это очень удобно, и то, что привозят домой, и то, что заказываешь все, что хочешь, и на сайте можно все рассмотреть, почитать отзывы, нас это полностью устраивает. Миша приходит все для ремонта, какие-нибудь розетки, выключатели, я даже не знаю, у него там свои коробочки всякие, а мне пришел вот целый мешок для хозяйства, для быта. Ох! Я уже не первый раз заказываю с этого сайта, это Ивановский трикотаж, компания Василек. Ссылку на интернет-магазин я оставлю в описании под этим видео, посмотрите сами, там много всего интересного. А я заказала все для нашего нового дома, вскрываю целый мешок. Ух, придется все отрезать, потому что так запечатано хорошо, представляете, целый мешок, ой-ой-ой, всякой вкусняшки. Даже не помню, что заказывала, как обычно, но заказываешь всего с разных сайтов, а потом попробуй вспомни, что, откуда и когда. Так, и последний штрих, я думаю, так получится уже извлекать все. Ого, не получится, Миша, помогай, тебе надо будет стянуть мешок вниз, бери, стягивай. А, давай, 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 мы справимся. Нет, ты тяни только мешок. Ага. Еще, еще, еще. Ох, как всего много. И снова запечатано все, как хорошо. Чтобы не пылилось, нигде не порвалось с дороги. Сейчас главное мне не повредить упаковку, орудуя ножницами. Так, вижу сверху сразу, что я заказала. В этот раз одеяло и подушки, и, по-моему, постельное белье. Сейчас все увидим. Вот, итак, что сверху? Так, еще один штрих. А, еще один штрих. О, главное не разрезать. Да, это подушки. Ага, это сумка. И из сумки я извлекаю подушку. И здесь верблюжий пух, верблюжья шерсть. У нас есть верблюжье одеяло, но оно маленькое, и мы им пользуемся уже лет, наверное, 5-7, я его стирала, и мне очень нравится, оно тонюсенькое, легкое, и мы под ним спим и летом, и зимой, и все время комфортно, то есть оно держит такую хорошую температуру, при этом оно невесомое, легкое, слышите, но вот к подушкам у меня очень серьезное требование, чтобы она была удобная, мягкая и упругая в то же время, слушайте, вот это мне очень нравится, подушка, надо будет поучаствовать в марафоне подушек, наверняка вы знаете, что есть сейчас такое, люди делают из подушек платье, так что ждите от меня новой фотосессии. А, вот такой вот. Так, подушку откидываем, смотрим, что дальше. Буду уж по порядку все доставать. Здесь комплект постельного белья. А, я заказала сатиновое белье, а, 100% хлопок, сатин. Долго-долго выбирала, потому что выбор на сайте огромный. И мне очень понравилось то, что еще и перезванивают. Я выбрала другой комплект, но его не оказалось в наличии, мне перезвонили, принесли извинения, предложили выбрать другой, и вот я выбрала вот такой вот комплектик. Мне важно было, чтобы присутствовал синий цвет, потому что на спальне будут элементы синего. Ой, слушайте, как классно все сделано, качество обалденное, вот я такое люблю, чтобы было мягкая, натуральная, снутри голубенький цвет, а снаружи вот такая вот расцветка, какие-то листья, надписи, слышите, и на черном фоне, мне нравится, очень стильно так, и качество мне нравится. Давайте разверну, может быть, наволочку надо найти, она поменьше, потому что одеяльник огромный. Ох, я в этом во всем закопалась, где наволочка, помогите. Так, вот вижу наволочку, вот она, такая огромная наволочка, супер просто, ну класс, вот в этот раз мне нравится. В прошлый раз я немножко не угадала с качеством, а просто не просто, просто получается голубенькая, и на ее фоне светлым листочки сделаны, слышите, ну кайфово. Но вы загляните, если увидите, что там выбор, конечно, огромный всего прочего. Так, что здесь еще? А, вот, я еще заказала набор целый,
это полотенчики для кухни. У меня, конечно, полотенчиков полно, но я решила, что нужно все равно новенькие будет, и их вот захотела попробовать, какого они будут качества. Такие вот приятные полотенца, как, знаете, как лен, такие достаточно плотные, очень красивые. Такое взяла немножко винтажный какой-то стиль, и они все разные. На картинке были разные, а у меня чашка, ой. Да, все разные, все очень симпатичные, классно, я довольна, и цены очень приемлемые. Я, конечно, не помню точно, что сколько стоит, но вот полотенчики где-то, может быть, рублей 120-140, 4 полотенчика, я считаю, что это нормально. Так, здесь у меня комплект полотенц оранжевых. Я выбрала оранжевый цвет, потому что ванна у нас под дерево, по кафель, и я думаю, что именно такого вот теплые оттенки, и я думаю, что оранжевый цвет будет красивым таким ярким пятном. Вот такое вот большое полотенце, как раз одно получается банное для ванной, приятное очень. Я вот хотела посмотреть, какой будет материал. Я думаю, что он будет хорошо впитывать, потому что подобного плана я покупала полотенчики. И одно поменьше, 50 на 90, я уж не буду его разворачивать, потому что оно точно такое же, они прям были рядышком, и я их выбирала вместе, чтобы было красиво и комфортно. Так, это тоже еще не все. Еще одна подушка, теперь у нас с Мишей будут две одинаковые подушки, не буду ее раскрывать. И гвоздь программы, ту-дум, это одеяло огромное. Где у меня ножницы запрятались? Огромное классное одеяло, тоже все в чемоданчике, если будет летом жарко, можно будет убрать в этот чемоданчик и не переживать, что оно будет пылиться. Так, скотч убираю. Конечно, они профессионалы в упаковке. Такую махину так аккуратно завернуть. И одеяло я тоже взяла верблюжье, потому что уже знаю, что оно хорошее. Слушайте, так интересно, оно пестренькая расцветка. Классно. А внутри будет у нас верблюжка. Такое здоровое, классное одеяло, легенькое. Посмотрите, оно такое огромное, и я его спокойно вот на одной руке подкидываю. То есть оно как пушинка, но при этом очень-очень теплое. Ну все, теперь мы будем экспериментировать, переодеваться в новое постельное белье. Потому что в новом доме хочется все, чтобы было новенькое, красивенькое, такое чистенькое. Так что вам рекомендую тоже заглянуть на этот сайт. А я, кстати, еще один заказ отправила, но когда получу уже, если вам интересно, то тоже покажу. Пишите в комментариях, хотите видеть или неинтересно, а если интересно, то что вы больше любите смотреть, косметику или вот что-то из других интернет-магазинов, как одежда, может быть, что-то бытовая техника. Будем все записывать. Спасибо вам за внимание, до новых встреч, всего доброго вам, пока-пока!